Бегали, бегали, мы не добегались. Спасибо большое. И мы сегодня имеем такую замечательную возможность, если дождь позволит, конечно, войти в эту композицию, обойти и дать свою оценку. Я не говорю, какая это будет оценка, надеюсь, это будет профессиональная оценка и эмоциональная, как у зрителей, так и у профессионалов. Поэтому я благодарен вот, от имени скульпторов, если я могу выразить таким образом за всех чувства своей Ирины Александровны, за то, что она любит наш замечательный жанр. Очень тщательно еще раз посмотреть на то, что они сделали. Возможно, они утвердятся в своих убеждениях каких-то, а возможно, это будет толчком к тому, что они пойдут совершенно в другом направлении. Кто знает. Потому что всегда это испытание, всегда это большая нагрузка. Я поздравляю скульпторов с успехом, как мне кажется. Приходите сюда, можно потрогать. Завтра уже нельзя. Девочки, наши дома.